Ну да. Ходипа Блэйд Рус. Такой со спины напал, блин, и на него со спины напал. Сзади тебя. Вот, блин. Твою мать, да сколько ж вас бинтут? Ладно. Блин, черт. Где они взялись, блин? Вы ж только же были все спереди. Сейчас. Угу. Ты штрафы. Ах, вы же агрессоры. Ох ты что? Ох, в метеорит попал. Ой, да что куда? Какой несогласимость. Блин, защиту запутался. Ну тобой чувак защиту поставил просто. И закрыл тебя там свой. Вот мудак. Я не смог захилить сердечками. Два сердечка залетело, а остальные не залетели. А я думаю, что за фигня. Я прыгаю назад и появляюсь возле них же. Бред, да? Вот такими танками быть нельзя. Да давай быстрее, я уже хочу нагибать это вот. Немножко почти недобитого. Кент, рискуй своей жизнью и убей его. Окей. Давай. Да ну блин. Отомсти за меня. Помнишь в колледже? Что? Когда тебя училка выгнала. Ты вышел и сказал, отомстите за меня, ребята. И мы мстили. Так что ты нам должен. Блин. Отвалите, блин, дебилы конченые, блин. Три, два, молния ебаная, отвали. Возвращайся, наверное, обратно, потому что там меня перекрыли. А, блядь, да ладно. Вы издеваетесь, что ли? Откуда вы, блин, с воздуха? Все с обезоруживанием. Не добил, да? Да добил, ну, блин. Там шаман, я от него ушел, понял, там, на 3 хп, блин, стелс еле-еле, блин. А за меня со спины прям по стелсу, по мне пробежал еще один, блин, офигеть. С такими штрафами не прикольно, блин. Какая-то у них тут трасса, понял. Москва-Симферополь, то есть. Оживление слишком, ну, сильно, сильно много движения. Вроде никого нет. Что? Я был неправ есть. Ты что, греби? Фармеры мудацкие. И некого убить. Знаешь, что я понял? Что на самом деле, когда у тебя есть бесконечное количество субклассов, сколько хочешь, это мини. Потому что хочется быть всеми, как всегда, всеми. Там, смотри, сзади один. Я поприводил. Ты привел, ты и убивай. Где ты там? Слышишь, блин, слетело. Вон там вот.
Вижу, нехило. Фрегат. Лошадку убить ему. Хила убить. А черт, ну ладно. Давай обойдем хила убьем. Если наша, конечно, лопатка пойдет. Да если честно, там не такой уж и простенький хил. Отлично, блядь. И видишь, и там еще как... ребята. А вот там на пол хп. Ладно, поползли туда, куда ты пошел. Хотя он... Нет, он уезжает. Пантерка, гонись! Я фиг его, что тут будем делать. Обогнала, что ли? Отлично. Жима, да? Да, двое. Один бард. Кенты, ну куда вы? Где вы, блин? Да что у нас двое их оставили? Ух ты ж, где они пропали? Вообще их три. Блин, понятно. Ух ты ж, их там дофига, блин. О, черт, и сзади еще. От черт, мудацкий стан. Да лети, блин. А ну блин. Да какое при падении урон, блин. А. Слушай, что-то вам не везет вообще. Да потому что это фармер, надо идти к ним фармить их. И смотри, это гильда, блин. Какой-то дев. Найдем ваших нубов, всех перехерячим, честное слово, блин. И этот штраф бесит, если честно. Надо либо его переждать, либо я не знаю. Не, вот видишь, нам просто не везет. Мы тупо на них в стелс, или они на нас в стелсы набегают. Это было предсказуемо. Че ты вообще туда пошел? Я сразу понял, что они в стелсе. Ну это не означает, что они не в стелсе там. Ты что ты сказал? Нет, не сказал, что типа их там нет, но это не означает, что они не в стелсе. Всем плавно, чтобы просто... Минус один. Ты слышал тоже? Минус два. Уф, наших обидчиков из дева, блин. А вы дебилы, не мобов бить, а деволсов. Я не... Пока есть время, можно фармануть. Фармят именно мобов. Ну блин, я офигею, блин. Это что это за раса такая, блин? Ну вы же ж, блин, орки. Говори за себя, эльфик. Моб, отстань. Черт, так чтоб ты долго жил. Фармить. Быстренько, пока нету этого. А ты там замес нереальный. Фарм. Yes. Сейчас хоть с них дропается. На 10 мили. Так, я тебя не бафнул. Видишь, там подходит. Лучше проскок. Блять. Готов? О, да. Сзади, на грифоне. Не, на всякий случай у меня сработало инстинкт самосохранения. Паная оборона, блин. Убежал ты от лукаря, да. Это был де... Чёрт, он быстро же торецнулся, блин. Видимо, их мы мало сливали. Там дальше против моба замес или чё? Против моба. Ладно, я уйду лучше в стелс на всякий случай. Так, вот, фармер. Ай, блин, наверное, не того.
Надеюсь, хотя бы этого застрелькаю. Да, твою ж мать. Я не хочу, нет. Если да, блин. Ну, бывает, Кент. Зато я 55-ника убил. Умничка. Ну да, я умничка. Так, мы там походу выигрываем. Он сразу раненый ушел. Второго. Так как вы второго отпустили? Дебилы. Ах, бесконечный контроль, конечно, дебилы. Лежишь тупой, Шеффилд. Он, кстати, первый на тебя напал, я за тебя отомстил вообще, да. Фармите, ребятки, пока я вам разрешаю. Пока я тут. Я так понял, с таким темпом, сколько там у тебя уже, больше минуты? Больше трех. Больше трех? Тогда, наверное, надо уже валить отсюда. Какой смысл по 3 минуты ждать постоянно? Да, я столько не ждал. Ты просто, блин, меня подставляешь, блин. Клянусь, вообще не подставлял. Так, походу враг. Кент, тебя сейчас будут убивать. Меня? Не-не-не. Пусть попробуют. Вот этого полутанка, полу... Меня кто-то прополз. Ага, вижу. Двое. Один сзади остался, его тоже коцают, у него же пол ХП. Да? Наверное, останусь тоже сзади. Ух ты ж, блин. Ты остался. Обезоруживание снимаем. Сразу бесит. Массовый. Знать бы как еще. А массовая этим замедлялка, капканом. Отстань. Ты не помогаешь. Спасибо, фармеры. А давай, блин, что ты до меня пристал, тупой моб? Отвянь. Ладно, пофармим вместе твоего моба, блин. Только отстань. Если честно, ты прав, вот эта штука обезоруживания бесит ужасно вообще. Как ты сказал, квест этот, скилл... Капкан, ну тут что масс... Я его не учил, дело в том, что сейчас уже выучу и поставлю его. Мудацкое обезоруживание. Меня самого лукаряна убивает. Ну у меня и милишника там просто бесит вообще. На всякий случай пойду. Возле Нуи повтусуюсь. Кстати, где тут Нуи? Вот, где я. Да. Угу. Значит, будет пытаться пробиться. Так, где-то вот так он будет пытаться, да? На пэта убивай. Вот черт, спалился. Завтыкал на пэта. Я вообще не спалил. Шап. Он сейчас такой хоп и в другую сторону побежит, мотозвон. Давай быстрее, блин, у меня ж время идет. Денчик. Теперь он меня притянул. Кота, кота, кота. Ха-ха, дай черт. Ну вот. Я пока преследую его. А, он полетел, понятно. Да, там безопасно. Тут враг. Возвращайся обратно, ты. Блин, я уже напал. Ладно, ладно. Как-то он дурной, блин. Просто чувство обороны. А не, у него просто рыжий шмот.
Возвращайся на базу и следи там. Я очку.